Я так и знал. Блин, горячие источники заказывали. Хватит, хватит.
Опускай! Опускай, опускай, опускай! Ебать, что ли, сюда! Нихуя ты, Саня, бля, вытворяешь! Очередной прогар поршня. Поршень прогорел. Убил цилиндр. Прям яма такая глубокая. Возможно, не сука, ни хрена. Еще! Хорош! Oh, that's greasy. That's really fucking greasy. Yeah, it's greasy. Greasy. Да, сюда сам не сыпался. Да, давай, газуй. Давай еще. Говорит, после мойки полтора месяца стояла, и вот так одно колесо не крутится. Знаете, в чем секрет заниженной приоры? Вот в чем. Ну я все, так пиздец, по крыше. Охуеть! Красавцы! Заехала машина на капитальный ремонт двигателя, а тут вот такие вот интересные пыльники рулевой рейки. Нанотехнологии. Целлофанкой скотчем обмотанная. Че, приехал клиент, говорит, пацаны, что-то по ходовке стучит. Ну, по ходовке уже отстучало. А где сатуны? Ага. Нормально, ходовая. Вот вам мотор 3.6. Все тут хорошо с ходовкой. С мотором не очень. Китай чуть-чуть можно. Красивые, блядь. Китайские проставыши. Слышь, да там что-то, короче, с центрами, видать, не совпадает. Ё-моё, слышь, как раз цыганочку танцевать. Ой, по волнам, блядь. Унь, блядь. Ну-ка, газоничи. Газ, знаешь где? Давай.
что вы знаете о грыжах на колесах? Что происходит при использовании недоброкачественного моторного масла? Этот коленвал сняли на ремонт. Здесь есть вот такие пробки, в которых мы видим, какое загрязнение внутри. Данный коленвал прошел первый ремонт